Фонтаны, скверы, цветы и множество деревьев. Уже больше века городской сад имени Пушкина радует глаз посетителей. Но не успели в Челябинске отпраздновать день рождения великого классика, как над гостями парка нависла угроза. Забор длиной в 150 метров, ограждающий территорию зеленого массива, может рухнуть в любую минуту. От беды спасают лишь железные опоры. Столбы заржавели, и на стыке столбов с фундаментом они практически отделились от фундамента ввиду гниения и ржавчины. Чугун с элементами каслинского литья. Срок службы такого забора не более 20 лет, тогда как этот экземпляр на страже культурного наследия уже полвека. Новое руководство парка говорит, опасное достояние перешло из рук прежней дирекции городского сада. Впрочем, решение проблемы уже найдено. В данном случае подрядчик выбран, и на следующей неделе он практически приступает к своей работе. Забор на самом деле стоит сейчас на опорах и представляет, конечно же, опасность. Результаты реставрации памятника культуры гости парка смогут оценить уже к концу лета. Специалисты пообещали, впредь городской сад будет цвести без угрозы для жизни горожан. Дмитрий Щапов, Андрей Зинченко, СТС, Челябинск.